Вот мы все. Начинаем? Да, начинаем, уже начали. Господа, товарищи, вы вновь находитесь в штаб-квартире американской музыкальной фирмы Kismet Record Company. Сегодня мы собрались по поводу нашего знаменитого, замечательного, известного на весь эфир, на весь мир праздника военно-морского флота. И плавно перетечем уже на памяти Высоцкого, уход его в сегодняшний день тоже печальный, но тоже праздник. Поэтому сейчас ставим сначала, господа, марш официальный «Варяг». Это то, что было написано в Германии, переведено на русский язык. А вообще о «Варяге» известны 4 песни. Одна из я буду показывать фотографию этого поезда, который произошел в Корейском море. И парад наступает. Другая версия этой песни. Якоря поднимаю. Ноты марша твоего. Я бряд на солнце зловеще сверкаю. Совместно с «Варягом» вышел на встречу японской эскадры, потому что никто не хотел, чтобы они стояли в этой бухте, стояли представители всех европейских государств, и все молча наблюдали, как они геройски шли на встречу гибели. Подобного подвига даже нет. Варяг погиб, а кореец, японцы пытались взять на буксир и тащили за собой. Но он тоже открыл кистоны и тоже погиб. Мы тут, наши клубы, решили сделать еще одну песню о варяге, которая называется «Варяжский стяг». Как вы знаете, корейцы подняли варяг со дна моря, и там оказался почти слепший стяг варяга. Ура! Кипящее море показывает, который они отреставрировали и передали в зале Кронштадт. Сейчас в Морском соборе установлены там патриархи. Варяга стяг, написанная вашим художником. Оцените, достойна ли она войти в ряд четырех знаменательных песен, которые уже почти все забили в этом году песни. Защитная песня, которая поет. Поэтому шампанское от него не открыть. Варяг маленький, понимаете? Вот можно выключать уже. Варяг маленький. Поэтому мы просто шампанское выпьем. И после этого послушаем
клип, видеоклип, да, который мы буквально позавчера, да, он только вчера опубликовали его в Ютубе. Самый главный моряк наш поет. Так, передаю человеку. Это Рольф Соловьев, которого зовут Фукс. Вот, подробно можно делать? Да. Давай сделаем. Подпольная кличка Соловьев. Алексеевский, Боярский стяг, Петровска, Алексеевский.